желаем вам как можно дольше идти вместе, чтобы в вашей семье была совет да любовь на все годы, которая есть. И счастья вам, благополучия, удачи, любви и счастья. Свою семейную жизнь вы начнете, я надеюсь, очень счастливо. Пусть у вас все будет хорошо. Ну а мы вам поможем, ваши близкие и все. Желаю вам счастья. Поздравляю вас с днем свадьбы, желаю вам долгих лет жизни, счастья, любви, обязательно здоровья. И чтобы скорее у меня уже со второй стороны появились племянники. Годы. Счастья вам, любви, здоровья. Вы молодцы. Сегодня начинается ваше путешествие. И оно уникальное. Я желаю вам провести его с удовольствием, поддерживая друг друга, чтобы каждый день было счастье, любовь, радость. И мы будем, конечно же, с вами. Johnny just walked to the door like a queen with a king. Yeah. Oh, what a birthday surprise! Чтоб любовь была прекрасной, нежной, безупречной, не побоюсь произнести, незабываемой и вечной. Мудрости, спокойствия, уравновешенности, уважения к друг другу. Trust me when I say, oh,
Я хочу пожелать, чтобы сегодня родилась традиция у вас, чтобы вы этот день отмечали каждый день. О, нет, не каждый день. А это классно, да. И чтобы ваша семья обрела какие-то традиции, которые были свойственны только вашей семье. Хочу пожелать, чтобы вы свою любовь пронесли через всю жизнь, чтобы вы вдохновляли друг друга, удивлялись в хорошем смысле слова. За любовь, за нее. Это волшебные слова. Если будет любовь, у вас будет все. С которого стоит ли мой выход? Ой, сейчас спою. Вам спою. Месяц май, день рождения и тебе 9 лет. Помню, я принес с собой пистолет, килограмм конфет и велосипед. И холода не вина, возвращается всегда месяц май. Опять сплю дома и я схожу с ума. И грустно невзначай, а просто месяц май. Сергей, Кристина, от всей души хочу поздравить вас с самым главным днем вашей жизни, с днем рождения вашей семьи. Радости вам, счастья, здоровья, удачи, любви и, конечно же, процветания! Thank you.
почувствовал какое-то легкое оживление. Вы что, знаете эту грустную историю? Слушайте, а давайте споем все вместе, а? Чайки-то как дурак пою, а? Пусть это будет большой сводный хор имени Сергея и Кристины. Простое пожелание здоровья звучит очень сакрально. Я желаю вам, чтобы вы никогда с тем не думали о завтрашнем дне. Чтобы вы сами, ваши будущие детишки, всегда были бы обуты, одеты, сытые и здоровы. А еще я хочу пожелать вам, Сергей, много-много денежков. И чтобы на эти денежки, Кристина, вы смогли себе купить все, что вы захотите. Но самое главное я вам желаю. Я вам желаю, чтобы вам всегда... Подчеркиваю, всегда оставалось чего хотеть. Потому что, поверьте мне, в жизни ведь самое главное не иметь. Самое главное в жизни – это хотеть. Мне кажется, когда человек ничего не хочет, это страшнее болезни и страшнее одиночество. И наоборот, стоит сильно-сильно захотеть, только сильно-сильно. И твоя жизнь сама по себе, как по мгновению волшебной палочки, начнет меняться. А еще, знаете, мне кажется, вам, конечно, рано об этом думать, но все равно все-таки. Мне кажется, что старость приходит не тогда, когда человек уже не может. А старость неожиданно приходит в разный день, а часто это случается в совсем молодом возрасте. В тот день, когда человек просто перестает хотеть. Ибо пока человек хочет, он живет. Будьте счастливы. Советую вам. Спасибо вам. Друзья, громче вас.
аплодисменты. Последнее скажу, я совсем забыл сказать. Сергей, если вам будут говорить, что от вас в семейной жизни что-то зависит, вы не верите. На мужчину приходится ровно 5% от забота о семейном благополучии. Остальные 95, Кристина, это ваши. И не случайно именно женщину называют хранительницей домашнего очага. Кристина, от вашего понимания, от вашего такта, от вашей мудрости, от вашей выдержки будет зависеть крепость вашей семьи. Помните об этом. Мужик это просто прилагается к семье, а вы самое главное. Еще раз свет отдаю вам. Спасибо. Игорь, спасибо еще раз большое. Друзья, мы давайте проводим аплодисменты. Игорь Карлюк. Чтобы у нас были только очень счастливые и радостные.